За последние сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр и продолжает снижаться. Об этом сообщает Укргидроэнерго. Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище составляет более 11 метров. В компании отмечают, что под водой находится большая половина здания станции. Кроме того, водой накрыла земляную вставку между шлюзом и станцией, и она продолжает разрушаться. Сейчас гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после срабатывания Каховского водохранилища. Напомним, что в ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего начался неконтролированный сброс воды из водохранилища, который вызвал затопление территории ниже по течению Днепра. Украинские власти объявили об эвакуации населения из подтопленных районов. Россияне на оккупированных территориях не позволяют эвакуировать людей. Более того, захватчики вчера обстреляли места эвакуации людей в Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще 17 получили ранения. По данным Херсонской областной военной администрации, из опасного региона эвакуировано уже более 2000 мирных жителей и более 1500 животных. В среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38. По Херсону 5,35. Уже видим, что на 20 сантиметров вода за ночь упала. Предварительно на сегодняшнее утро затоплены 3624 дома. В 32 населенных пунктах Херсонщины. К утру эвакуировали 2352 человека. Спасаем и братьев наших меньших. Эвакуировано около 550 животных. Все службы работают круглосуточно. Каждый держит свой фронт.